Вот она, Москва, золотая глава. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Эдуард Питерцев, и сегодня я на самой главной нашей площади, Красная площадь, которая готовится сейчас к классному празднику, очень семейному празднику, Новый год. Видите, как все украшается, все готовится, каток. Я тоже думаю, что вы сейчас готовитесь к Новому году, и желаю вам действительно серьезно и классно встретить этот Новый год. Удачи! Так вот выглядит сейчас Красная площадь, готовится к встрече Нового года. Будет, конечно, я чувствую, здесь очень красиво. Так что надо побывать здесь.